Заряженные тачки, красивые девушки, мощный звук и полный драйв. На одной из главных площадок Ростова крутые гонщики и любители скорости отметили самое масштабное событие автомобильного мира. Литые диски, спойлеры, винилы и многое другое. Фестиваль «Энергия скорости» собрал только самые прокачанные авто. Правда, не все из них увидишь в городе. Например, такой зверь создан исключительно для езды по бездорожью и умеет плавать. Просят сказать, что здесь не делают. Она была разобрана до рамы, переделана рама, переделаны мосты, поставлена другая подвеска, рулевое переделано, другой двигатель, трансмиссия, блокировки. Кузов был переделанный, тюнинг внешний, как видите, и силовый обвес, и как бы, ну, очень-очень много, там перечень больше 150 позиций. Цена такого апгрейда примерно равна цене самого внедорожника. Интересно, что модернизировать такую малютку будет не намного дешевле. Есть, понятно, разные люди, да, есть те, кто имеют просто неограниченные бюджеты, да, то есть и тратят их налево-направо, и сами не понимают, для чего это. А есть те парни, которые действительно этим занимаются с душой, и для которых это дело жизни, вот их можно здесь сегодня тоже встретить. Рев моторов приглашает зевак оценить последние навороты. Побывать на таком фестивале сродни походу в музей, только здесь намного веселее. Багажник в таких тюнинг-мобилях, как коробочка с сюрпризом. Открываешь, а там рай для ценителей качественного звука. Акустика в таких машинках не дешевая. Но ростовским автолюбителям тратиться на своих железных коней в радость. Бывают сцены громкие, бывают машины громкие. Это вот как бы идея этой машины. Здесь усилители, суммарная мощность которых на 25 киловатт. Новый мощный движок за 500 лошадок и полет в космос обеспечен. В прошлом Нива Шевроле, в настоящем рыжая Соня. Имя за необычный цвет. Он действительно притягивает. А вот вариант практически экстремальный. Проехать незамеченным с таким рисунком точно не удастся. Реакция детей на эту картинку, когда они стоят, улыбаются, подходят, трогают этот рисунок, просто реально поднимается настроение. Когда люди оборачиваются, машут, хлопают, просто хорошее настроение, позитив поднимается у меня, у людей от этой машины. В борьбу за внимание вступают не только парни, но и девушки. Главное для любой модницы – внешний вид. За любовь к музыке – вот такое решение. Мне подарили ее на день рождения. Вот, и это была та машина, которую я никак не хотела видеть. И когда я ее увидела, у меня просто чуть удар не случился. Но я думаю, так, ну, уродец, надо что-то с ним делать. Ну и начала заниматься, поклеила винил и понеслось дальше. Сделала одно и по цепочке захотелось дальше и дальше. Автомобильные шины – одна из самых важных частей заряженного автомобиля. Тут также полная фантазия. Размеры, цвета – на любой вкус. «Энергия скорости» проходит во второй раз и носит социальный характер под девизом «Против алкоголя и наркотиков». Беседа с молодежью проходит прямо со сцены. Вот те вещи, которые с алкоголем, с наркотиками, я считаю, их не должно быть, и подобного рода мероприятия. Опять же, организаторы даже через ведущего заявляют о том, что нет, сегодня у нас без табака, без алкоголя, и это правильно, и так и должно быть. Из этого мероприятия люди могут подчеркнуть информацию как о безопасности движения, так и о том, куда они могут применить свои таланты. Например, как они могут прокачать свой автомобиль, как они могут его улучшить и куда девать всю их энергию молодежную. Организаторы из-за особой популярности фестиваля решили, что теперь «Энергия скорости» будет проводиться дважды в год. С каждым разом участников становится все больше. В этот раз таких было около 300.